Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Перечитав Шекспира на рассвете, поэт и в наше время строки сложит о той любви, которой быть не может. Да, 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 это полиция. Что-то срочно, важно. А, не-не-не, прошу без номера. Он Иркутсио! Походу, я влюбился. Очнись, Ромео, ты ж мне как брат. Да не в тебя, ты че? Фух, я думал, ты смирился с тем, о чем про нас в народе говорят. Да нет, о ней я ничего не знаю. Только имя знаю я. Джульетта. И это имя я запомню навсегда. И кто же она? Скажи-ка мне скорее. Грузинка? Нет. Армянка? Нет. Ну, может быть, цыганка? Да нет, спасибо, брат. Походу, бабурчанка. Ромео, а у нее конечности все были? Конечно, были, да. Да, с этим посложнее. Недавно в Приусе подругу подвозили с одной рукой. Конечно, Ромео скоро будет. Ромео, срочно обнаружили притон. Из наших кто его крышует? Конечно нет, езжай в Шевченковский район. Ехать никуда не надо, оказалось это рядом, оказалось это рядом, 2 минуты быстрым шагом. Ну что же, дамы, будем оформляться? Джульетта, ты? Ну это же позор. Согласна, в этом стыдно сознаваться. Но это так, я правда волонтер. Ты помогаешь людям безвозмездно? Но иногда, и только по любви. И эта акция достаточно известна. В 10-й раз бесплатно, как в такси. Да что ты слушаешь ее, Ромео? Опять ведешься ты на этот вздор. Ты что, забыл, как ты на кичкасе за 1000 купил себе 12-й айфон? Эх, грузитесь, дамы, Приус остывает. Ромео, ты пешком, а я за руль. Последнюю даже менты не забирают. Я на это не куплюсь. Кровь его внутри кипела, по дороге края дела, на службу нужно выполнять, в камеру любовь сажать. А угостите даму сигареткой. Ну хватит, я уже устал терпеть. Какие звезды, посмотри, Джульетта. О, как ты мог мои колени разглядеть! Ради тебя готов против системы плыть! Тебя люблю, моя любовь, навек! Но ты же знаешь, мы не можем вместе быть. Ты просто коп. Я человек! Джульетта, позвольте мне вам подарить. Вся моя нежность, вся в этом бриллианте. Зачем так париться? Ведь Бог бы мне еды купить. Давай тебя освобожу, и мы сбежим. Что будет в будущем, тебе совсем не важно? Я каждый день ем на вокзале беляши, мне в этой жизни вообще ничего не страшно. За руки герои оторвались от погони, дело пахнет криминалом, номер близится к финалу. Хватит, Джульетта, уже 3 часа без остановки. Фух, ну наконец-то мы одни. А вот и нет. Товарищ генерал? О, мой Сергей! Джульетта, ну-ка быстро мне все объясни, что за нелепая и глупая афера? Ромео, ну какой же ты дурак! Как куртизанка поступила, знаю. Я не привыкла по поступкам выбирать. Между шутом и принцем принца выбираю. Любовь бывает разной, как и люди. Случается, вдруг, если выбор стал, что выбираем мы не тех, кто любит, а тех, кто денежкой чуть больше помогал. И вот, когда он думал, все пропало,
Ромео вновь любовь свою нашел, как дослужился он до генерала. Вот так вот зачастую и бывает. Каким сюрпризом жизнь ты не готов? Но как сказал бы наш поэт в финале, давайте просто выпьем.